23 декабря 2019 год, Харьков, плюс 9 градусов по Цельсию. Нормально? Зимнее солнцестояние прошло под 9 плюс. Было 11. Курс доллара тоже впечатляет, 23-22 вообще. Да, вон елочка. Обалдеть, такой зимы еще не было, чтобы я в кофте в декабре месяца на работу ездил. Натурально, в кофте, без куртки. А что-то они с деревьями вот это делают, не знаешь? В чем смысл? Ну, по идее, оно потом пуститься должно. То есть не высокий, а широкий. Сад каких-то туалетных ёршиков получается. Ладно.